Бух! Это ты? Это я. А что ты здесь делаешь? Ну, пришел поискать новых героев для Бельцина стиля. И как, ты здесь вообще кого-нибудь нашел? Ты сейчас сама все увидишь. Ну, пошли. Привет, Соня. Привет. Кто ты и почему именно такой ты выбрала сегодня образ? Ну, во-первых, я Соня. Привет, Соня. Привет. Да. Во-вторых, такой образ, в принципе, потому что я чаще всего так одеваюсь и на работу, и куда угодно. И мне так комфортнее всего. А боюсь спросить, где ты работаешь в таком образе? Я иллюстратор, так что мне можно в любом образе. Угу. Так а все-таки как он называется точно? Ну, он больше похож на какой-то анархистичный образ. Крест тоже вписывается к анархии, да? Крест всегда вписывается к анархии. Давай пройдемся по твоему шмоту. Скажи, пожалуйста, вот твое пальто, где ты его купила? Пальто я купила в универмаге за 2500. А у нас есть какие-то специальные бутики для анархистов в универмаге или нет? Нет, нужно искать. В подвале где-то, я думаю, да? Кстати, да. В подвале анархисты, слышали все? А вот твои цепи, чокер, где ты приобретала? Вот это вообще крафтовое. Mm-hmm. Часть из них я покупала просто где-то, находила и потом же делала все остальное. А это я купила в магазине где-то за 200 лей. То есть, судя по вот этим цепям, можно подумать, что какая-то собачка осталась без поводка, да? К сожалению. Бедная. Ботинки тоже... Это универмаг, 3000 где-то. Платье? Ты его где-то покупала или ты сама, может, его как-то принт делала? Платье я покупала. Платье я купила, по-моему, на рынке его вообще купила. Стоил он где-то лет 200. Уже с этим принтом, да? Что самое интересное сегодня, это твой макияж. Делала ли ты его сама или нет? Ну, конечно. Я же иллюстратор, я могу нарисовать хотя бы что-то на своем лице. Ты как соблюдаешь какие-то традиции? Каждый Хэллоуин ты делаешь себе макияж, или это первый раз ты это попробовала сделать, у тебя получилось? Ну, раз, что чисто для фото я делала часто, но не прям на Хэллоуин. На Хэллоуин я, скорее всего, никогда еще ничего не делала. А сколько занимает времени сделать вот полноценный такой красивый и немножко страшный макияж? Полчаса, час. Это быстро. А вот я вижу, у тебя еще есть пирсинг в носу, да? Это... Что это? Это септум. Пирсинг в носу здесь называется септум. Ага. А он не серебряный? Нет. Серебряный нельзя анархистам. Александр, вы первородный вампир или кто вы? Ну, не первородный, но стараемся еще над этим немножко. А, Александр, первым делом я вижу у тебя клыки, и я хочу спросить, это выросло сразу после молочных зубок? Ну, нет, все дела обстояли немножечко более прозаично. Я их сделал. Сам? Из чего? Расскажи вообще, что это, как это, с чем это едят? Это не едят. Я заказал в интернете пластик, термопластик, и слепил. Я его слепила из того, что было. Можно так сказать. Горячая вода, все такое. Они расплавились потом вот. Угу, здорово. Ну, на твоем лице еще привлекает внимание пирсинг. Скажи, это как-то связано с тем, что ты получеловек-полувампир? Вам это можно вообще прокалывать себя? Я не знаю, я не состою в обществе вампиров. Так что просто захотел, просто сделал в баре, перед барной стойкой. А расскажи, пожалуйста, что на тебе сегодня и где ты вообще приобрел такой классный стильный лук? С чего начать? Ну, давай с пальто. Хорошо, это целая история, но рассказывать я ее не буду, не в этот раз.
Я купил, короче, в центральном секонде. Там отдал 100 лей за него. Новый покупал. Ну, так как не сезон был, отдали за 100 лей. А это фирма какая-то или ноунейм? Что это вообще? Да, плащ от H&M. Да, шляпа, кстати, тоже от H&M, тоже за 100 лей. Точно так же покупал на гумке в центре. Классно, хорошо. Разобрались с шляпой и с пальто. А джинсы твои или брюки, что это? Это брюки. Честно говоря, фирму не помню. Раздеваться, чтобы посмотреть, я не буду. Ну, отдал я за них где-то около 560 лей. Что-то такое в этом районе. Где покупал, не здесь, короче. Угу. Я поняла. Давай посмотрим, что у тебя... Я не знаю, как это правильно назвать. Это бабочка, галстук, повязка, жабо. Что это? Я не знаю, как это называется. Сделал сегодня утром тяп-ляп. А обувь? Обувь я покупал в центре в Кристине. Отдал за них почти 900 лей, 870, что-то такое. Так, а твоя белоснежная рубашка? Но она не такая уж и белоснежная, я проходил в ней весь день. Я заказывал ее в интернете, заплатил за нее около 400 лей. Дорогая рубашка. И последний вопрос относительно белой рубашки. Как часто ты ее пачкаешь, когда пьешь кровь? На самом деле очень часто, потому что я очень неаккуратный вампир, но иногда бывает. Ну, для такого специального гостя будет маленький тест на аккуратность. Я попрошу в студию кровь. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Первое положительное, моя любимая. Вау, класс.